Владимир Путин поручил к 2030 году создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Выполнение этого поручения президента стало главной темой заседания Президиума правительственной комиссии по развитию туризма, которое провел Дмитрий Чернышенко. В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Названо несколько приоритетных курортов по всей стране. В Краснодарском крае это Новая Анапа и Абрау-Дюрсо. В свою очередь, губернатор Кубани указал на проблему, которая тормозит реализацию проектов в сфере туризма. Это растущие нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали. Необходимо рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги, соединяющей Москву, Краснодар и Анапу, предложил Вениамин Кондратьев.